Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Одинцовского округа предупреждает о рисках, связанных с падением детей из окон квартир. Устанавливайте на окна специальные блокираторы и отодвиньте от подоконников мебель. Не рассчитывайте на москитные сетки, они не выдержат вес ребенка. Главное правило, которое поможет предотвратить беду – не оставлять малышей без присмотра. Помните, у ваших ангелов нет крыльев.